Здравствуйте, меня зовут Ольга Цимбарович, и сегодня в этот летний солнечный день мы приехали в город Ленинск, чтобы узнать у его жителей, что хорошего произошло в их жизни. Мы приехали отдыхать сюда, в Волгоград, Волгоградскую область, в Ленинск. У меня внук родился, внучку ожидаем, дочка школу кончила. Друзья, самое главное, чтобы рядом, вот все самые хорошие в жизни. Сын сдал сессию на хорошо и отлично. Вот. Дочка закончила первый класс. Ну, в общем-то, сейчас мы в отпуске, поэтому погода прекрасная, все замечательно. У меня внучка родилась. На отдых съездила. А куда? На море. Сын женился, появился новый член семьи, дочь работает, все устроено. Так что я считаю, это тоже хорошее, позитивное все в жизни моей. Дом построил. Вот. Ребенка родили, все хорошо, все отлично. Да, все хорошо. Живем нормально. У детей хорошо. А что еще? На пенсии. У нас родилась дочь. Родилась дочь. Да. Выписали вчера. Как назвали? Мирослава. У меня в отпуске были дети. Это, пожалуй, самое лучшее. Вот, провели время нормально в Войме. И вообще так помогли мне в работе, по дому. Собачка ощенилась. Четверо, двое мальчиков, двое девочек. Два дня назад приехала с моря. Прекрасно отдохнули с дочерью. Вот к свахе еду, 55 лет ей будет. Муж у меня в отпуске. И вообще все классно. На сегодня это все. Помните, хороших новостей много не бывает. Смотрите выпуски нашей программы на канале Ахтуба и на нашем сайте.